Дядька, дядька, дядька. Вы скажете, где я? Всем привет, ребята, с вами Крикс, мы не играем в игру Silent Hill 4. Дело в том, что у меня играла первая часть Silent Hill, она мне понравилась, естественно. Ну, какая-то мутная, что ли, так вторая не очень, то есть... Вторая, да, не очень, третья... Ну, третья уже чуть-чуть среднячок. Тут не всем взаимодействовать нельзя. Как это читаю, бля. Тухлая комната. Да в смысле? А что делать здесь? А как выйти отсюда? Я не сильно понимаю, что от меня тут хотят. Вот открыть окно. Нет, он не хочет. Ну, дверь-то точно сюда. Да. А, вот. Моя кухня. Да хватит так поворачивать, так неудобно. Нужно телевизор включить, типа. Че, здесь расслабишься, а? Ну да, он похож на лицо. Да хватит так поворачивать, так неудобно. Ой. Опа. Что это в мой дом кто-то порвался? Мой дом, моя крепость, теперь это разрушение не работает. Да ударьте его. Ну заебало охакать. Неоконтрамент. Почему называли Silent Hill 4 в комнате? Директор. Программ-директор. Директор. Я не вижу ничего. Одни пиксели. Разрешение другому не дают. Вау. Oh, man. What a dream. Типа стоп это слово. Вот. Это что, сон был? Как странно. Твой толстый палец не набирает туда. Ах, я набирает.
Стас не позвонил никуда. Как взял, так и поставил. Ну вот. Сейчас откроюсь, а там 7 дней. Алло? Алло. Помоги мне. What? Стоп. The cord's cut. Но у него отрублен провод. Я не уделяю, какого хрена она могла разговаривать, если провод был отрублен. Как странно. Да ё-моё. Блять, чувствительность просто отвратительная. Где? А как ее поменять-то? Здесь не видно, где эта ебаная чувствительность. Бля, ну и нету здесь. Она просто отвратительная. Я не понимаю, как, блядь, выходить отсюда. Туалет. Да иди ты, старый. Меня в зеркало тогда показывать не хотят. Ну и что я тут делаю должна? А, о. Все, поняла. Опа. Ночной кошмар. Сколько у меня там дней? 5? Как нос замков. То есть ключей. 1, 2, 3, 4. До хрена, короче. Возможно, и 5. Зато теперь знаю, откуда эта дверь мистическая. Она появляется редко в каких-то играх. Теперь я знаю, она из Silent Hill 4. What the hell? What's going on here? Помоги мне, женщина. Oh, man. Hope my luck changes before the party. А представься ко мне нахрена? Или ты просто упала вот для меня? Вроде ничего не происходит. Да нет, мы ждем кого-то, что ли? Нет, и чё прикол? Возьми бы маску-то. Ага. Don't wake up. Открой, типа, дверь, наверное. Ну да, открой дверь. Ясень перец. Как вот? Туда за хрен инструменты не возьму, какие нужно. Там-то непонятно ни хрена, как все это работает. Ну и куда дальше? А вот и пульт от телевизора. Так я вот это не использую. О, бумага. Чё, прикол у Silent Hill, если, блин, ничего не происходит.
при звуках как-то напрягающе. Как все намудрено, как вкусно, без звука, без всего. Как звук тротуар бы поставили хотя бы. Ну и что я делаю здесь? Лично вообще не понимаю, что происходит. Если я буду читать, я сдохну. Скабук. Надо найти какую-то книжку. Это ясик, что ли? Да, это ясик. Чё? А, это ясик, куда буду их складывать. Пока не наслонить её. Кастану запасла. Не совсем, конечно. Кто там? Что это было? Здесь вот все нормально. Настя в туалете. Ого, стеночка. Дырочка какая. Что такое? Чё меня спаси? Идёт того не. Как выкопали, так и закапывайте. Вот не говори, тут это лис собрался. Не попробуй, если не узнаешь. Я ебнутый, погнали. Может, концовочка будет. Хотя, что вряд ли. Стельпир, да. Ух ты, труба. А, я взяла трубу. Отлично. Теперь могу хоть лупасать кого-то. Всё, я полезла. Мой дом, моя крепость. И дом меня защитит. Я уверена. Чё, такие грызые ботинки. На подошвах. Какая странная дичь. Не может быть такая, такая длинная стена. А я приблизаюсь близко или нет? Я подкрадываюсь, подкрадываюсь, подкрадываюсь. Чё за белый свет? Музей буду сумасшедший, я уснул в своей комнате. А-а-а! Опа. Мир труп. Звуки завода. Дверь спускайся, мы сам спустимся. Ну как-то все, а опять от третьего лица. Как-то мне этот не нравится. Ну ладно, традиции надо соблюдать. Да, теперь мышка бесполезная. Он только дома умеет от первого лица ходить. А тебе, ладно, у него только труба есть и скала здоровья.
А, вот. Труба уже была у меня. Хватай трубу. Хватай трубу и бейся, как мужчина. Эй, девушка, девушка. О. И теперь поворачиваться не могу. Засыпись. Вот, а задняя маска не бальса не нужна. Или вот нужна. Да, мыской. Может трубу ударить, я? Девушка, девушка, девушка! Вы скажете, где я? Можно взять? Нет, нет. Как я сюда попал? Как я сюда попал? Какие-то, не знаю, в трубы какие-то. Кто ты? А ты кто? What's your name? Как тебя зовут? Henry. Генри. And you? А тебя? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Да, мне тут на вопрос, что я делаю? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Yes, 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 Zaro. Бля, стой, я что-то медленно идёт. Может, он не показ, куда идти? Я могу врезаться с тебе. Ладно, всё, иди за мной. Соус. А фонарик у тебя есть? Я не очень понял, что это означает. А хрена знает. Я вообще всю игру понять не могу до сих пор. Туалет. Тебе надо, а? Wait a minute. Минуту. I think I'm gonna puke. Актерская игра 100 баллов. Как сразу дверь? Открылась она легко, а закрылась. Надо по бальсаму, походу, то и надолго будет, то долго ее будет ждать. Его только не надо говорить, что она не выйдет потом. А вместо нее будет торчать какой-то монстр. Или что-то с ней случится. Эй, она в красную послала девчонку. Ой, а я так и думала. Какая-то собака, что ли? С длинным гигантским языком. Леопарды какие-то. То ли леопарды с собаками скрещенные. Со странными языками. Как вы языками хрящ страдаете? Ой, господи. Да повернись ты ее, подавай ее за мать. Вот как поворачиваться с тобой, а? Вот как поворачиваться? Повернись ее, подавай ее за мать. Ай, да я повернуться не могу, пацаны! Ауч, тебес. У меня заесть. У меня заесть, бита. Да используй я, придурок.
Ай-яй-яй. Ребята, у меня есть бита, я не могу ее использовать. А как использовать? Наконец-то, ёб твою мать. Бей, сволочь. А ты чё стоишь? Просто пойдёшь куда-нибудь и не будешь стоять без... Пизумалкалкалалбалалалалал. Ну вот. Я не могу уйти и драться. Почему так происходит? Нати, нати. Нати, нати. Да, все, везде дальше. О, крутя. Круто. Крутя, блядь, круто. А те, кто на меня? Хе-хе-хе-хе. Это Салли. Ну, первая-то сдохла. Ну, вторая-то не сдохла. Хотя она ко мне не подходит, но она нападет на меня, если я подойдет ко мне, отвечаю. Да отвечаю, так и будет. Круто с отцом массу сдавить. Чё тут у нас? Кто тебя уронил? Ну а тетя Толя где-то померла, что ли, застряла. Нафиги от меня развернулась сейчас. Да стой ты. Ты что, застряла там, что ли? Ты где? Нет, ее тут нет. Она, походу, как в Гарри Поттере, смылась в унитаз. Ссалка. Я думал, у нас что-то получится. Ну ладно, пошли так сюда. Я на месте. Кто-то с этим муку порвать замыскает, это меня убивает. Выход. Мне туда. Опять ты. Кра-кра. Кра-кра. Повернись. Как ты разворачиваешься неудобно. Это тут стен-то. Чё за звуки? Выход не сюда. Ой, мама! Ах ты сволочь. Я так столько зысих потерял из-за вас. Кран-кран. Кран-кран. Мяу. А, вас все будет свою тучу за червь. Ну, конечно, а можно, кстати, войти? Нет. Круто, ты с ними сразаешься. И почему ты назвали Silent Hill? Назвали бы госпиталь. Бля, хоть леопард тут. Я зру трест. Дай пройти, дай пройти, дай пройти. Так ты животное. Занял своей тусой весь вины проход. Ты хрен пройдешь. Да ёп тут. И все залезное.
Да, я так понимаю, видимо, надо отбить этого зыртриеста. Да повернись ты. О. О, господи. Возьми это. Да. Ты все поняла, все. На еску это набрать на двенаску. Но сигареты или патроны? Вы что, издеваетесь? Да нахрена мне патроны? Так, там пусто. Нате-то нам сюда. Сюда пролезть нельзя. Сюда тем более. Ну-ка, думаю, сказать, может, ключ надо? Нет. Теперь нужно открыть, типа, с другой стороны. Ладно, может, пройти из этой лестницы вниз. Просто я уже тут. Я понять просто не могу, куда мне дальше. Кривит, орёт, свистит, пердит, свистит. Не надо вовсе в метро, я так понимаю, да? Вот мне карточку надо приобрести, а? Что-то я не могу войти сюда. Да как так-то? Может по телефону позвонить? Мать, попала хер знает куда. Никуда пройти не могу. В чем прикол? И касса не работает. Дайте мне в метро пройти. Билетик есть. Идем обратно. Блин, я не знаю, что делать. Давайте пролезем в трубу обратно. Да блин. Будем искать ответы. Это я не понимаю. Ой. Но я была здесь сюда. Может быть, многое не следовали, а может и нет, херена знает. Так разворачивайся. Как-то разворачивайся отвратительно. Раньше было лучше. Пацан замал, но вперед-назад. Он сам поворачивал, он разворачивался. Вот и назад уйти. Тут только патроны нашла. Бесполезные. Или тут что-нибудь открыто? Нет, тут вообще пусто. Все, смотрела, ничего не нашла. Ты бегать хотя бы умеешь? Ты так медленно ходишь, пиздец. Он умеет бегать. Так поворачивайся, мне неудобно, когда бегать. Ты что, издеваешься? Да. Да в замысле. Это был мой билет в один конец. Да блин. Верни меня назад. Я, походу, заблудилась. Походу, как-то мимо червя надо проползти, что ли. В эту дырку. Дырку, я так поняла. Нам надо проползти. Вот мимо этого зертреста.
Этот рез заебал. Доброте, мимо мне, видимо, в эту дырку надо. Здесь, как всегда, все не работает. Как всегда, все сломано. Нафиг. Ну и тут еще не поворачиваюсь это. Развернись, ёб твою за мать. Развернись! Вот как с этим существом можно вообще кого-то побеждать? Я не понимаю, но она за меня ранить не хочет. Не знаю, что это за грыгалыга, но я не могу никак выйти отсюда. План только вверх, но вверх заблокировано все. Куда? Я все уже проверила. Может, ударить тебя еще раз, так вот так. А кровь-то остается. Че? Может, такую траекторию повернет, что ли, а? Не, ну я не понимаю, музык. Он двинулся. Ударите нафиг, а. Залетяка. Вот за деревяшку ударить. Хе-хе. Какой ты бесполезный. Я, походу, заблудилась. Занимался паркуром, перепрыгнуть не может. Но все, не закончится эта история на этом. Тупом существе, которое даже ничего не умеет в жизни.